BMW постепенно расширяет семейство новейших X-ов. Заряженные кроссоверы от подразделения M получили индексы F95 и F96. Внешне M-ки по обыкновению отличаются бамперами и крупными спойлерами. Над салоном интерьерщики голову не ломали. Кроме соответствующих шильдиков, внимательный глаз заметит руль с кнопками M-режимов, рельефные кресла и перерисованную графику приборов. Технических доработок куда больше. Кузова усилены, достаточно посмотреть на мощную распорку под капотом. Адаптивная подвеска имеет собственную кинематику и более жесткие характеристики. Под капотом новостей нет, силовой агрегат заимствован у BMW M5 и M8. Двигатель S63 ведет свою историю с 2008 года и в результате многих модернизаций выдает 600 лошадиных сил или даже 625 в версии Competition. В паре с мотором работает 8-ступенчатый автомат. В качестве опции предложен пакет N-Driver, с которой сдвигает ограничитель максимальной скорости на 290 км в час. Доплатить предложат также за углерод-керамические тормоза и колеса диаметром 22 дюйма на задней оси. В базовой комплектации диски на дюйм меньше, зато активный задний стабилизатор есть по умолчанию. Менять настройки силового агрегата, полного привода, рулевого управления и подвески водителю позволяли и раньше. Чего не бывало, так это возможности регулировать усилия и чувствительность педали тормоза. Продажи обеих машин в России начнутся 2 мая 2020 года, но цены уже известны. Без малого 9 миллионов рублей за базовый X5M, его собрат X6 стоит на 300 тысяч дороже.